Сейчас в салон красоты Оксаны Отякшевой попасть без записи все сложнее. Собственное дело процветает, количество постоянных клиентов увеличивается, и свободного времени у мастеров все меньше. Запустить свой бизнес помог социальный контракт. Деньги, полученные благодаря ему, Оксана потратила на ремонт помещения. Кресла, раковины, профессиональные инструменты. Сейчас материальное положение многодетной мамы стабильное и надежное. А еще 2 года назад все было не так радужно. Хочу сказать так, кто хочет, тот работает. Государство заботится о многодетных семьях. Если, допустим, вот я с 4 детьми смогла, я думаю, что каждый, если желание есть, получить 50 тысяч, это, и кажется, что это мало, для любого бизнеса для начала это достаточно. Улучшить материальное положение – в этом и суть социального контракта. Это не просто разовая выплата. Потратить средства можно на обучение новой профессии, на организацию рабочего места на дому, на развитие предпринимательской деятельности, на постановку приборов учета. При этом растранжирить деньги не получится, все покупки подтверждаются документально. Иначе средства придется возвращать. О социальных контрактах Владимир Путин говорил еще в послании к Федеральному собранию в прошлом году. Напомнил президент о них и в этом. Он отметил, что пока их эффективность небольшая, и надо усилить работу в этом направлении. Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации. Размер денежной выплаты по социальному контракту варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. Получить ее могут многодетные семьи, семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами, и чей доход ниже прожиточного минимума. Обращаться за выплатой по социальному контракту можно в районные подразделения комплексного центра социального обслуживания. Всего за 9 лет в Самарской области заключено более 12,5 тысяч таких контрактов. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.